Каких минералов и витаминов чаще всего не хватает, если вы на низкоуглеводной диете, например, кето, палео или диета Аткинса? С вами Елена Алексюк, врач современной восточной медицины, эксперт по женскому здоровью. Подписывайтесь и ставьте лайки. Итак, друзья мои, чаще всего при такой диете у вас будет развиваться дефицит железа, кальция, йода, а йод очень важен для нормальной работы нашей щитовидной железы. И может быть дефицит магния, его практически постоянно некоторым придется принимать, и таких важных витаминов из группы В, как В1 и В9. В9 – это фолиевая кислота, она крайне важна и для нормального кроветворения, и для нормальной работы нашей нервной системы. Поэтому будьте внимательны и периодически, если вы находитесь на кетопротоколе, мониторируйте показатели определенных минералов и витаминов, восполняйте их, чтобы не было каких-то достаточно серьезных метаболических сдвигов в вашем организме. Я также напомню, что долго находиться на кето-диете здоровым людям нельзя, то есть это диета для нездоровых людей, а когда здоровые люди садятся на диету для больных, они тоже становятся больными. Поэтому не слушайте никого, думайте своей головой, советуйтесь со специалистами и будьте здоровы!